Изобретение лука и стрел является для человека не менее важным событием, чем впервые добытый огонь или изобретение колеса. В древности лук был самым главным оружием охоты и борьбы практически для всех народов планеты. Сегодня же это аксессуар спортивной стрельбы. В этом году «Орел» принимает сотни спортсменов со всей России, которые владеют этим оружием в совершенстве. Чемпионат России проводится в Орловской области еще с 80-х годов прошлого столетия. В нем принимают участие мужчины и женщины, имеющие разряд не ниже кандидата мастера спорта. В этом году заявки подали более чем из 30 регионов Российской Федерации. Среди них как новички, так и лучники со стажем и целым багажом наград. Перова Ксения – заслуженный мастер спорта, чемпионка мира по стрельбе из лука. Вместе со своими однокомандницами завоевала золото для России на Олимпийских играх в Копенгагене. Таких результатов не было почти 30 лет. Подготовка физическая, психологическая очень важна. То есть нужно много тренироваться, чтобы показывать достойный результат. Ну и при этом не забывать, что психология тоже тут у нас одна из наиважнейших вещей. Потому что можно быть готовым на 100%, а чисто психологически не справиться. Кажется, что стрельба из лука абсолютно неподвижный вид спорта. Оказалось, что физическая нагрузка колоссальна. Натяжение лука у девочек колеблется от 17 и выше килограмм, то есть сама натяжка, у мальчиков там 20-23 есть. Ну, то есть тренировки у нас проходят очень активно, то есть мы стреляем, где-то выстрелов иногда бывает даже по 500-550. Ну и представьте, это вот 17 килограмм, даже если лук, это умножить на 500 растягиваний, сколько это получается. Для того, чтобы не отбить руки тетиву, у спортсменов есть множество специальных защит. Это и нагрудники, крага, щитки на пальце. Каждый лук индивидуален, настроен специально под своего хозяина. От этого во многом зависит успех на соревнованиях. Бывает, что там дайте стрельнуть, ну, конечно, не даешь из своего оружия, стрелять, конечно, не дашь. Сегодня у лучников была возможность оценить площадку для соревнований, пристреляться. Спортсмены пока только прибывают, поэтому сказать точно, сколько будет участников, нельзя. Но организаторы готовятся принять около 300 лучников. Начало соревнований в 9 утра. Начинает классический лук, это олимпийская программа 70+70. В 2 часа парад открытия. И после парада открытия начинает блочный лук. У них другая дистанция, 50+50 они стреляют. Но это не олимпийская программа. Нас больше интересует классический лук. Победитель поедет представлять Россию на Олимпиаду в Рио. Кто им станет, узнаем 9 июля. Ну а мы будем следить за развитием событий. Алина Лагутина, Эдуард Чернаускас, телеканал «Первый областной».